Здравствуйте, всех приветствую на канале. Сегодня у меня вообще необычная моделька. Я возле нее ходил, наверное, минут 20. И думал, брать, не брать. Это Линкольн Таункар лимузин. Вот такой вот от компании Sunstar. Друзья, честно, были у меня несколько раз варианты лимузинов. Таких вот длинных, но такого никогда не было, это вот в первый раз. 18 масштаб, он такой огромный, это честно, правда. Я вот долго думал, как его, куда его взять, для чего он мне нужен, то есть. И ходил, в итоге продавец увидел, что я вот вокруг да около, скажу, да забирай за десятку. Ну, что вам сказать, в общем-то, вот он за десятку, 10 фунтов. За 10 фунтов вот так много модельки. Это честно, я не хотел, он стоил 15, я не хотел его брать. Да, у него есть минусы, там вот здесь отломан дворник и отсутствует вот эта сдвижная, сама вот эта крышка люка, в общем, она отсутствует. Ну что вам сказать, короче, в остальном все хорошо. То есть вот придраться, собственно, не к чему больше, вот такое. Ну, естественно, без коробки, вот. Ну и стоят они как бы тоже немало денег, ну и... Я даже не знаю, для чего, как, что с ним делать. Скорее всего, что-то перепродать, потому что, ну, как бы себе, он мне, ну, ни к селу, ни к городу, как говорится. То есть модель, которая уже, как показала практика, занимает огромное количество места, очень, ну, как бы, капризный в плане вообще... содержание таких моделей, потому что там пыль с них сдувать и еще подобное. То есть, ну, как бы, если вы просто любите лимузины, ну, еще ладно, да, но если, как бы, у вас одна единственная вот такая моделька, у меня лично проблема, я не знаю, куда ее ставить. То есть, это конкретно две обычные модели, ну, полторы, да, обычные модели, скажем так, и не знаю, вот просто не знаю. Ладно, с этой проблемой мы разберемся. В общем, скорее всего, что я ее просто продам. Потому что 10 фунтов, как бы на eBay они стоят гораздо дороже. Поэтому, ну, собственно, взял так вот. Скорее всего, что для обзора вам показать. Потому что, в принципе, как таковая модель, ну, в принципе, неплохая. Но, опять же, кому что, на любителя большого. То есть, детализации здесь как таковой нету. То есть, можно увидеть, вот очень так вот узенько открывается задняя дверь. И вот весь этот, типа, салон, он такой, вот два дивана, один друг напротив друга. Типа какая-то имитация бара с двух сторон, с этой и с той. Ну, я, опять же, не очень разобрался, не очень понял. Короче, как бы, ну, модель, по большому счету, бестолковая. Вот самое такое то слово, бестолковая. То есть, как, собственно, и вообще версия любого лимузина, это такая бестолковая машина. Друзья, в общем-то, все очень скромно здесь сделано, очень просто. Посмотрите даже вот на эту оптику, она такая, ну, дешевенькая, из, скорее всего, что такая даже игрушечная. Меня вообще никак не впечатлило, меня только впечатлила цена 10 фунтов, которую я за нее вот заплатил. И все, в общем, все остальное здесь ужасно, на самом деле. Детализация паршивая, клюшки, карты дверные никакие, торпеда тоже, руль никакой, сиденье все очень дешевый пластик. В общем, такой вот себе Sunstar, ну, явно не какой-то платинум, поэтому вот, посмотрите сами. Короче, вот так оно все выглядит. Ну и согласитесь, то есть для таких моделей либо... У вас должен быть парк лимузинов, там и пульман какой-нибудь, и, я не знаю, еще что-нибудь подобное, что они там выпускали, там Expedition тоже длинный есть. Друзья, не очень, вот не восторг абсолютный, то есть, может быть, он еще в черном цвете неплохо смотрелся, но белый цвет, он его как-то, ну, делает не таким, что ли. Конечно, это сюда полосочки, бантики, вот понятно... Такой вот, кто куда, мы жениться, вот это тот самый случай. Так что, ну, вот такой вот вариант, кроме как цена за 10 фунтов, больше ничего здесь не привлекает. Ну и вес, да, вес, конечно, тут она весит, дай боже, под полтора, наверное, так точно, килограмма. Металла много, но толку мало. Друзья, вот такой вот вариант, я как бы не советую вам брать, как бы... Не знаю, очень просто, очень... Они стоят денег, они, кстати, не дешевые абсолютно, но вот за десятку посмотреть, рассмотреть такое, это как бы самое оно.
Поэтому хорошо, что не брал раньше и задорого, потому что, ну, в итоге понимаю, что это выкинутые были бы деньги, и все. А на этом все. Спасибо, что посмотрели этот обзор. Всем желаю удачи, будьте здоровы. Пока.